7 лет тюремного заключения. Такой вердикт вынес Каирский суд в отношении троих журналистов телеканала «Аль-Джазира». Египетского продюсера Бахера Хораба, канадца египетского происхождения шефа Каирского бюро телеканала Мухаммеда Фаделя Фахми и австралийского корреспондента Питера Гресте. Журналисты были признаны виновными в помощи террористической организации путем публичной лжи, подготовки сюжетов, которые представляли угрозу национальной безопасности Египта. Если бы они нашли хоть какое-нибудь доказательство, говорит мать осужденного Мухаммеда Фахми, то сколько бы ему дали, если он ни за что получил 7 лет? По сообщению Рейтер, МИД Великобритании настаивает на пересмотре вердикта суда. Глава МИД Австралии Джулия Бишоп возмущена. Правительство Австралии потрясено вердиктом, который был вынесен по делу Питера Гресте. Мы глубоко встревожены и не можем понять, как суд мог вынести такой суровый приговор. Катарский телеканал «Аль-Джазира» был запрещен к вещанию в Египте после прихода к власти военных. Это связано с тем, что Катар поддерживал свергнутого президента Мурси и финансировал движение «Братья-мусульмане».